Всем привет, друзья! С вами Мортит. Сегодня шапка, не удивляйтесь. Наверное, шапка у меня теперь регулярно будет по той простой причине, что постоянное использование наушников по несколько часов в день, скажем так, портит прическу, особенно когда волосы немножко уже отросли. И голова такая, знаете, такая с горбиком становится. Тут вот все оно слипаются волосы, голове прилипает, и потом их уже никакой расческой не получается в норму привести. Приходится шампунем мыть. Постоянно мыть шампунем два раза в день голову. Ну нафиг, короче, я лучше шапку надену, как многие опытные игроки. Так что ладно, фиг с ней шапкой. Речь-то не о шапке у нас. Речь у нас пойдет о том, что сегодня я несколько раз сыграл в мясорубочку, а потом, ну, я уже поздно сегодня начал играть вечером. И не смог я найти больше мясорубок и решил поиграть в захват, в подрыв. Пока что получается так себе, как бы, ну да, так это... Нормальный такой рак, все. Конечно, есть аймскилл, там, боевой навык, это все понятно, но в этих режимах это режимы исключения, здесь даже важнее, ну, как минимум 50% победы, это тактика, которой я пока владею очень плохо, но уже начинаю набираться опыта, и я думаю, то время, когда мы будем в этом режиме нагибать капитально, оно уже не за горами, вот. Пока, конечно, все-таки в основном мясорубка, но раз так уж получилось, что мясорубок сегодня особо не было, я решил поиграть на захвате. Давайте посмотрим, как это было. Так, загрузочка. Я думаю, у нас что-нибудь должно получиться, а? Да. Давай, блин, загружайся уже. О! О, автобаланс такой вообще бешеный, что-то там меняется, перекидывается. Да, я решил поиграть за штурмовика. Хотя лучше всего получается здесь у меня играть за снайпера, потом за медика. Хотя за медика когда как, в основном с Сиксом у меня получается хорошо. Добудьте коды запуска. Но сейчас мы поиграем с автоматом Калашникова. Раунд начался. Опа. Граната! Никого. Так. Сегодня, кстати, я побил свой рекорд. Вот так, да. Побил свой рекорд. Сыграл в минус. 4 на 8. Такой позор, конечно, был. Все лагает еще что-то, а? Вот. Ну, был такой позор, бывает, да. Не надо расстраиваться. Никогда не расстраивайтесь. Если вы где-то сыграли плохо, значит, вы учитесь. Опа. Мы победили. Вот это ноги! Вот это я молодец! Похоже, я стрелял медика, а он кого-то поднимал в этот момент. И я, короче, двоих сразу прикончил. Хорошо. Мне определенно нравится. Вот какой я успешный сегодня. Ну почему не прошел хедшот, а? Ну почему не прошел? Коля, Коля, давай, я верю в тебя, Коля. Коля, Коля, давай. Николай, куда? Ладно, все нормально. Николай выжил, это уже хорошо. Раскладуха. Раскладуха сейчас всех нагнет. Давай. Покажи класс, парень. Верните коды запуска на базу. Так, все нормально. Кажется, наши рулят. Успех. Да. Я уверен, был убит. Все враги убиты. Раунд выигран. Захватите коды запуска и доставьте их на нашу базу. Так. Будьте начеку. Раунд начался. Кидаю гранату. О, кого-то зацепил немножко. Уже хорошо. Ой. Кидаю гранату. Ну что же, зацепили. Ну, не сильно, правда. Самую малость. Вот там часто сидят негодники.
Так, надо немножко поактивнее. Сейчас нагнем. Давай, давай, давай. Вижу, кто-то там. Опа. Карта. Радар. Почему наши ребята не используют радар? Я не понимаю. Ребят, всегда используйте радар. Используйте. Иначе нагиб незаметно подкрадется и все. Так он хоть будет виден на карте. И вы будете заранее знать, что вас могут там нагнуть. А уже рисковать или нет, пусть каждый решает сам. Что-то как-то непонятно. Ну-ка, постережем труп. Один. И второй. Хорошо. Так. Коды потеряны. Коды запуска возвращены на базу. Да, не хватает, конечно, опыта. Опыта не хватает. Привычки с мясных режимов. Верните коды запуска пойти на базу. И... Ну, парень, нет. Раунд проигран. Раскладушку разложили. Разбита. Да. Привычки Забудьте с мясных режимов. И верните их на идти нашу вперед базу. И искать фраги. Раунд а тут-то начался. Не так надо действовать совершенно. Я понимаю, как бы цель, да? Граната! Цель режима. Опа, все нормально. Тут есть определенные тайминги, которые надо понимать, когда могут кинуть куда гранату, ну, в начале раунда. Если тайминг поймать правильный, то можно уклониться и противника Верните взорвать своей гранатой. Так, что-то как-то непонятно. Что происходит вообще? Так, там кто-то. Блин, вот меня встретили с пулеметом. Досадно, конечно. Да, кстати, игрок, он всегда хедшотом почему-то бьет. Ну, не всегда, но молодец. Я не знаю, это он. Честно, не честно. Но мне кажется, вроде честно. Не, он в тело запилил. Значит, молодец, значит. Ну, хорошо играет. Молодец. С МГ-3 всех распиливает. Мы победили. Команда противника Красавец. Уничтожена. Красавец. Ловец падших. Заполучите коды запуска. Молодец. И отпустите их на базу. Как прострелил-то в щелочку. Раунд начался. Так, так, так. Традиционный прототип. Не самый удачный, но есть и получше. Тут просто позиция безопасная. Верните коды запуска на базу. Так. Да, я действую по определенному стандарту. Пока по моему, я пока не знаю хороших тактик. Хороших, так сказать, мест еще. Ну, вот что-то там изобрел и действую таким образом. Так. Мы победили. Есть. Команда противника Нагиб. Уничтожена. Защитите коды Что-то, запуска конечно, любой уже ценой. Начинает получаться. Раунд начался. Были очень грустные такие варианты развития событий. Но сейчас у меня что-то начинает получаться. Конечно, в таком режиме надо каждую карту выучить наизусть. Чужой опыт перенимать. То есть, туда, тут работа такая длительная. Опять он мне хедшот поставил с пулемета. Молодец. Нагибатор. Ну, так-то я неплохо иду. Я перед тобой дал. Восьмерых убил я. 4 раза умер. Че-че. Я думаю, мы покажем еще себя. Проявим, так сказать. В этом матче. Ну, а потом тем более. Вот как добью хищник на охоте золотого волка. Вот тогда сосредоточусь полностью здесь. Миссия выполнена. Команда противника разбита. Молодцы, ребята. Будем играть постоянно. Защитите захват, коды подрыв. Запуска любой ценой. Следуй за мной. Будем учиться. Раунд Будем начался. Нагибать. Собственно, атрибуты я достаточно уже изучил на месте. Можно переходить к карте, да? Вот, отомстил я за все, так сказать, пощечины, которые он мне пулеметом расставлял уже. Опасный противник этот, штурмовик Коды с пулеметом. Взяли. Да. Нагибчик случается, ребята, да. Мохнатый зверек по имени Писец подкрался незаметно.
Вот так, хорошо. А блин, там еще один был. Да, сочно. Что-то я тупанул, да. Ну ничего, так-то вообще, если задуматься, для новичка-то я играю очень хорошо, но не всегда так получается. Видите, у меня там счет 12 на 5, да. Вот. А сегодня я сыграл 4 на 8, то есть, да, 4 убил и 8 раз помер. Но я-то пытался повыпендриваться с этим, с Мосбергом здесь побегать. Не, на самом деле, конечно, можно, но... Под каждое оружие, под каждый класс, нужна своя тактика. Пока что у меня здесь хорошо получается играть медиком Сиксом, достаточно неплохо. Инженером я сегодня пару раз сыграл, один раз даже лучше всей команды сыграл. Миссия выполнена. Команда противника. И вот штурмовичком начало получаться. Так что, ребята, для начала, по-моему, весьма неплохо. На втором месте я в этом матче в нашей команде. Сейчас посмотрим, что у нас там. 12 убийств, 5 смертей, 2 попадания в голову, 29 меткости. Если вам понравились эти результаты, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нагибайте всех. Увидимся с вами.